Коми подготовка к зиме выходит на финишную прямую. Сейчас в целом по республике котельные, тепловые, водопроводные сети подготовлены на 100%. Готовность жилфонда практически 100%. Подготовка, как рассказал в сегодняшнем телеобращении к жителям глава Коми, ведется на уровне темпов прошлого года и завершается согласно графикам. По отдельным направлениям, например, по запасам угля и жидкого топлива, получилось даже запасом. Предприятиями ЖКХ проведена большая работа. Подготовлено 380 котельных, свыше 2000 километров тепловых и почти 2700 километров водопроводных сетей. К зиме полностью готовы также объекты электроснабжения газового комплекса республики. В общей сложности на подготовку к зиме было направлено более 1,7 миллиарда рублей. До 1 ноября паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода должны получить все ресурсоснабжающие предприятия. Также глава сообщил, в республике продолжается работа по поддержке граждан, пострадавших из-за сложившейся эпидситуации. Так, например, организованное переобучение людей, находящихся под угрозой увольнения, выпускников образовательных организаций этого года, а также безработных. Первые учебные группы начнут работу уже 12 октября. И до конца сыктывкарских и воркутинских техникумов планируется переобучить 900 человек.